С самого утра на московском шоссе кипит работа. Прохожие оборачиваются, а водители нервничают. Многие из них ни разу не видели в одном месте такого большого числа сотрудников ГИБДД. Более 20 стражей порядка на 200 метров дороги. Живой коридор, в котором документы проверяют сразу у 20 водителей. За несколько минут работы несколько штрафов за неправильную тонировку, езду без документов и другие нарушения. Но основная цель такого рейда – проверить рязанцев на алкогольное опьянение. И напомнить, что нетрезвый водитель – угроза не только для себя самого. В январе 2017 года зарегистрировано сейчас 4 ДТП, если это брать аналогичный период прошлого года, 9 ДТП было в состоянии опьянения. Задержан водитель в состоянии опьянения порядка 220, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения 35 водителей. Сотрудники ГИБДД проводят рейды регулярно, но такую масштабную акцию увидишь нечасто. Место напрямую между автовокзалом и крупными торговыми центрами выбрано не случайно. Участок дороги достаточно широк, чтобы не мешать движению транспорта, но в то же время на нем нет поворотов. Даже заранее увидев инспекторов дорожного движения, нарушитель не сможет скрыться. Любой маневр тут же привлечет внимание. Проверка на алкоголь выполняется с помощью алкотестера. Если водитель отказывается проходить ее на месте, то он будет доставлен к наркологу. При этом автомобиль нарушителя отправится на штрафстоянку, а сам он понесет наказание. За данное правонарушение предусмотрено лишение права управления и административных штрафов порядка 30 тысяч. А если за повторное, там уже уголовная ответственность. Сотрудники ГИБДД напоминают, что дорога – это не место для экспериментов и проверки собственной удачи. Если вы плохо себя чувствуете, а тем более, если выпили бокал горячительного напитка, не садитесь за руль. Берегите себя, своих близких и других участников дорожного движения.